Муравленковцы удостоены наград за добросовестный труд на благо города и профессиональные успехи. Вручила награды жителям глава города Елена Молдаван. В списке награжденных почти полтора десятка лучших представителей своих профессий. По случаю юбилея детского сада «Дельфин» благодарственные адреса губернатора Ямала, законодательного собрания округа и городской администрации вручены 9 работникам учреждения. Благодарность главы региона объявлена электромонтеру Константину Чернякову. В связи с профессиональными праздниками благодарность ЗАГС-собрания вручили начальнику отдела управления соцзащиты населения Ольге Хорошун и уборщику ЖК-1 Людмиле Кожевниковой. Почетных грамот городской администрации удостоены Антон Чауков из 40-й пожарной части и Анна Горшкова из фонда поддержки предпринимательства.